поселок Конрад. Это перекресток улицы Зайцева и Русакова. Я пойду по улице Русакова, вернее, то, что осталось от нее, да, здесь вот слева. Вот на этом месте был гастроном. Все там было. Там были большущие очереди за колбасой, но все было тут. Справа тоже были дома. Ничего не осталось. Много домов исчезло. Наверное, не буду скрипеть. Вот этот дом впереди, он сохранился и даже отремонтировали его, да? Почему он сохранился? Потому что он панельный. Из блоков. Наверное, панели было тяжело снимать, я так думаю. Это школа, да. Изначально это была школа номер 3. Но сейчас в это здание переехала школа 25. Русские уехали, казахов стало больше здесь, и казахская школа. Контингент казахской школы больше стал, да, учеников больше стало, естественно. И должна была произойти рокировка, что, собственно, и произошло. Вот здесь так, добротненький ремонтик. Тротуары. Ветер дует, он как бы уносит мои слова. Что делать? И вот я подхожу к перекрестку с улицей Балхашская. Русакова Балхашская, да? Сейчас мы посмотрим. Вот. Там обзор назад. И на этом завершаю.